Ну вот мы сегодня пришли из храма после вечернего богослужения. И вот брат Николай сейчас делает крестики. Близко-то не подноси, а то затухнет. Это так принято у нас, благочестивый обычай, когда читается в храме 12 Евангелий. То есть несется, там мы стоим при свечах, при каждом Евангелии. Она загорается, когда заканчивается Евангелие считаться, она тушится. И вот сейчас вот это. Вот здесь брат еще может сделать. Вот здесь вот, вот над печкой. Вон там видишь кресты тоже, вон Дима. Вот под печку загляни, вот этот навес. Там увидишь, крестики сделаны. Ага, да вон. Здесь? Да, можешь спереди сделать, ага. Это все напоминает о том, что когда израильтяне выходили из египетского рабства. То есть идет оттуда даже. Ну, сейчас крестики делает, там уже вон. Угу. Один? Да, достаточно. Все, слава Богу. Все? Все, да. Куда-то ставить? А сейчас это, вон там есть это у нас баночка. Загорел. Брат, туши быстрее. Туши быстрее.